Ты смотришь третий сезон модельного проекта Mary Way, где сегодня наши эксперты мира моды выбросят половину вещей наших моделей. А ты готов к перезагрузке? Так как нам сказали взять с собой чемодан с вещами, я думаю, что сегодня будет разбор одежды со стилистом и подбор, как можно сочетать все красиво. Думаю, нам будут менять образы. Я в предвкушении, жду, что будет. Я думаю, что у меня получится справиться с заданием, потому что я умею комбинировать различные вещи и собирать луки. Я планирую побеждать за счет того, что у меня есть харизма, потрясающий настрой на победу и того, что я не боюсь взаимодействия с командой. Надеюсь, что задания будут сложные, потому что со сложными заданиями всегда интереснее справляться. Но сегодня будет пожар, потому что все собрались, чтобы показать прям шоу. Эксперты оценят мои старания замечательно, потому что я готовилась к этому дню, я подбирала стиль, подбирала все свои базовые вещи, которые ношу каждый день. Все мы, наверное, знаем теорию Дарвина, что выживают сильнейшие. Так давайте посмотрим, кто это будет. Дорогие участники модельного проекта Mary Way 3 сезон, рада вас всех видеть. Каждый из вас мечтает стать успешной моделью, но без собственного стиля никуда. Поэтому сегодня наши модные эксперты преобразят вас и изменят вам имидж. Давайте их поприветствуем. Наш фэшн-фотограф Борис. И наши топ-стилисты Алиша и Алена. Итак, сейчас вам предстоит ваше первое задание, где в течение 3 минут вы должны будете собрать весь свой фэшн-образ для съемки из собственных вещей. Время пошло! Я уже собрал. Это капец. Я не знаю, что мне надеть. Я надела первое попавшееся. Я думаю, это провал. Модели, на прошлой съемке нашего модельного проекта Mary Way 3 сезон выбыла одна из участниц Алина. Она не справилась с критикой нашего шоу и решила покинуть проект. Я надеюсь, что вы понимаете, что работа моделью – это быть лучшей версией себя и воспринимать адекватно всю критику. Ну а сейчас мы с нашими модными экспертами преобразим вас и сделаем ревизию вашего гардероба. Преображение.
очень нравится мой образ. У меня был кожаный комбинезон, мне добавили стилисты розовую блузу. Образ стал намного ярче, намного агрессивнее. Мне очень нравится, как сделал стилист образ мне. Все девочки молодцы, стилисты постарались, но, конечно же, самый крутой образ у меня. Честно говоря, я не ожидала, что стилисты разорвут мою любимую футболку. Я могла на этой... В этой футболке гонять на физкультуре, между прочим, или по даче, например, они разорвали. Но, честно, для меня это было довольно неприятно и неожиданно. Вот. А по поводу образа, я сегодня максимально вышла из зоны комфорта. Мне не то чтобы некомфортно в этом стиле, у меня все более такое бежевое, классическое. И это прям кардинально меня изменило. В принципе, я так одеваюсь. Но мне очень нравятся вот эти лаковые боты. Я бы никогда на них не осмелилась, но теперь я знаю, что точно это куплю. И мне очень нравится кастомная джинсовка, потому что это супер актуально сейчас. Мне очень нравится мой образ. Мне очень нравится. На самом деле это очень отличается от тех вещей, что я ношу в реальной жизни. Я не знаю, мне кажется, что вот этот жакет в стиле королевы Англии или что-то типа того, я очень довольна. Правда. Мне понравились все девушки, у каждой разный стиль, разные образы, но, естественно, я рассчитываю на себя. Образ, который мне подобрали стилисты, мне очень нравится. Это тоже мой стиль, мой любимый черный цвет, женственная одежда, поэтому я полностью довольна своим новым образом. А сегодня я оцениваю свои шансы на победу 10 баллов из 10. Вообще, этот образ составлен из моих вещей, но дополнили обувью, которая мне очень нравится, потому что она невероятно яркая, и цепи. А теперь я хочу заказать себе такие цепи, чтобы они были моими. Сегодня неожиданно Маша дала нам задание одеться в фэшн-стиле за 3 минуты. Все ринулись переодеваться, и мне очень приятно, что Маша и наши стилисты Алиша и Алена выделили меня, и им понравился мой стиль. Также, когда я сидела на макияже, я увидела свой образ и вообще не могла понять, как может синие джинсы, кюлоты сочетаться с этим плащом кожаным, змеиным. Но когда меня преобразили и одели, я просто поняла, что в этом можно выглядеть женственнее, чем в другом платье каком-либо. Я полагаю, что это ретро-классика. Прекрасные брюки, которые подчеркивают мою талию, облегают мои бедра. Я думаю, это вполне себе уместная сексуальность. Поэтому я надеюсь, что я прекрасно отработаю в кадре. Я полагаю, что из присутствующих здесь девушек мне очень нравится Яна. Потрясающая девочка, молоденькая, которая подает надежды. У нее очень выразительные черты лица, поэтому я думаю, что она получит самые одобрительные отзывы. Мне очень нравится мой образ, в первую очередь, потому что в обычной жизни я бы никогда, наверное, не примерил оверсайз. Но стилисты одели меня, и я этим очень доволен. Надо будет взять на заметку в дальнейшем. Я думаю, что сегодняшний победитель, я вижу Дашу, она меня очень впечатлила, она мне очень нравится. Я верю в себя, но думаю, что сегодня я был недостаточно хорош. Мой новый образ мне очень сильно понравился, так как полностью преобразилась я. Это мой непривычный внешний вид, так как я люблю нюд и нюдовые оттенки в одежде. Вот, а сейчас мой образ яркий. Для меня этот образ непривычен. Никогда такие брюки широкие не носила, но я просто в восторге, в общем, от всего. Буду следовать советам стилиста, для меня это очень ценно. Ну, на самом деле, достаточно классический образ, если не учитывать мою обувь, туфли такие эпатажные. Я думаю, что это очень много говорит обо мне личное. И я очень благодарна стилистам за то, что они его подобрали мне. Образ очень необычный, абсолютно мне непривычный, я бы сказала, не свойственен для моего гардероба. Он очень дерзкий, очень выразительный. А у меня тоже обычно в гардеробе есть драматичные стили какие-то и так далее. Я даже не знаю, как характеризовать этот, но это интересный опыт, и я пытаюсь войти в этот образ максимально. Этот образ очень необычен для меня, потому что в повседневной жизни, в принципе, мне так не свойственно одеваться. Это что-то резкое, раскованное, интересное, и хочется позировать и придумывать какие-то очень интересные, раскованные позы. Мне очень нравится мой новый образ. Это что-то между школьным и таким классным, необычным, новым для меня. Мне так нравятся эти рукава, потому что я никогда такое не носила, и это очень необычно. Мне очень нравится мой новый образ. Мне понравилось, как стилисты сочетали все, что у меня сейчас одето. Я довольна.
Я не знаю, кто победит, потому что все стараются, и очень сложно выбрать кого-то одного. Образ мне очень нравится. Топ дополняет очень эти джинсы и макияж. Ну, кто одержит победу, я не могу сказать. Для меня это сложный вопрос, но точно знаю, что не я. Мне мой образ очень нравится, потому что я на 100% изменился. Я был в классике, но наши стилисты подобрали мне вот такой стиль. Мне прям очень нравится. Спасибо всем. Мне очень понравился мой образ. Он нежный, красивый, тем более удобный. У меня ассоциация, как будто я представляю себе весну, самонежность и красота. Я думаю, как у всех других участников, у меня есть и шансы, высокие шансы на победу в этом задании, в этом конкурсе. Мне нравится мой новый образ. Такая яркая, эффектная, необычная. Такая я редко бываю. Так что перевоплощение получилось очень неплохо. Мне очень нравится мой новый образ. Он прям мой цвет, я его очень обожаю, бежевый, и мне он очень нравится. Мне очень нравится, выглядит очень круто, я бы так одевалась. Здесь из моего присутствует только сарафан, и все, выглядит круто. Я думаю, я достойна победы. Образ отличный, мне очень нравится. Это действительно лучше то, чем я показала свой лук. Очень красивые сапожки, пиджак вообще отпадный. Мне очень нравится. Я думаю, что победит сегодня Эльвира. У меня есть шансы, но, к сожалению, не в этот раз, не в этой серии, потому что я немножечко не подготовилась. И я знаю, что это моя вина, но я надеюсь на то, что я в следующей серии покажу себя на все 100%. Я просто в восторге от образа. Мне очень нравится, как новые вещи сочетаются с моими вещами. Просто спасибо огромное стилистам. Сегодня стилисты увидели меня именно в этом образе. Но на самом деле, после штурма моего гардероба с фразами, что он очень взрослый для моего возраста, на минуточку, мне 16 лет, я ожидала чего-то более подросткового, молодежного. Но меня опять одели в мой же стиль, поэтому глобальных изменений я не могу заметить. Мне очень нравится мой образ. Он очень неожиданный и очень сильно отличается от того, что я ношу в повседневной жизни. Но в итоге получилось очень ярко, необычно и классно. Я очень довольна. Если честно, я бы очень хотела рассчитывать на себя, но в целом все девочки молодцы. Я пока даже не заметила каких-то самых сильных. Мне очень нравится то, что мне сделали зеленый макияж и вот эта водолазка. Все это смотрится очень лаконично и, в принципе, новый образ мне нравится даже больше, чем старый. Он стал ярче и интереснее. Ну что, дорогие члены нашего жюри, давайте обсудим всех наших участников после преображения. Борис, как ты думаешь, кто сегодня стал лучшим из наших участников? Я бы отметил двух девочек, это Машу и Лизу. У них, как мне показалось, по моим наблюдениям, был изначально очень классные образы, самими подобранными. Ну и потом, естественно, и дополненные. Вот так что. У Лизы был Тринити, у Маши, я не помню, если... она в очках приходила. Была в красном платье. У нее было послабее, мне кажется, все-таки образы, чем у Лизы. Да, однозначно. Как ты думаешь, Алиш, кто сегодня был самым сильным из участников? Я, конечно, могу выделить Дашу Мороз. Даша, но она харизматичная, она умеет общаться, подать себя. Согласен. Но у нее и со стилем сегодня все было хорошо. Ну, со стилем у нее же как бы 50/50, то есть у нее такие в основном базовые были вещи. Ну, во всяком случае, она на критику очень хорошо реагировала, она все слушала, впитывала. Алена, кто сегодня твой фаворит? Ну, я соглашусь со всеми, что это Лиза и Маша. Еще мне понравилось... Яна, у нас косынка была. Да, Яна была в косынке, мне понравился ее образ. Яна, мне очень понравилось, как она отреагировала на рубашку, которую мы ей отрезали. Она уже после съемки в ней продолжала ходить. Вот она у нас, да. Да, да. Поэтому я бы выделила Яну, Машу и Лизу. Ну, у нас все-таки шоу, мы сегодня одного человека выделяем. То есть все-таки кто сегодня твой фаворит? Лиза. Лиза, да, все-таки? Да, это, ну, потому что она, Тринити, которая, да? Она меня покорила, когда она зашла, я от нее не могла взгляда отвести. Хорошо. На самом деле, мне кажется, все сегодня участники молодцы, все адекватно реагировали на критику, все слушали нашим советам. И на самом деле для меня сегодня действительно нет лучших, потому что, в принципе, все справились со своими заданиями. Но я думаю, что мы сейчас все-таки
определимся с судьями и выявим нашего победителя. А давайте сейчас подумаем, кто у нас все-таки стал самым слабым из участников, кто не реагировал на критику, кто, возможно, какие-то вещи такие принес, которые не совсем хорошо. Да, Алина. Алина прям очень расстроилась, такая забилась в угол, ни с кем не общалась, что-то ей не понравилось. Хотя мы подобрали ей супер стильный образ, очень трендовый, да. Но она прям была в расстроенных чувствах, это было, ну, неприятно. Хорошо, Борис, кто сегодня стал все-таки для тебя самым слабым из участников? Можно? Я бы на самом деле Юлю выделила. Она главный бухгалтер, ей 32 года, ее понять можно. Она вообще молодец, то, что ты в принципе, да. Вот я просто могу судить только о том, как люди позируют, реагируют, работают с эмоциями и так далее. В принципе, они уже прошли через часть проекта, ну и как бы кто-то мог бы быть побольше. Но, если честно, вот эта вот еще девочка. Алина. Да, наверное, ей лучше поработать над собой, потому что как бы вот она застопорилась, и все, и я не мог ее никаким образом расшевелить. Да? Сейчас мы огласим результаты нашим моделям и подарим специальный приз от модельного агентства Mary Way. Дорогие участники шоу Mary Way 3 сезон, сегодня вы все справились со своим заданием. Но у нас шоу, поэтому победитель сегодня только один. Вы все стали стильными, яркими и запоминающимися. Сейчас я попрошу пятерых из вас сделать шаг вперед. И мы объявим, кто сегодня стал самой лучшей моделью. Итак, Яна, сделай, пожалуйста, шаг вперед. Держи свою карточку. Лиза, сделай шаг вперед. Даша Мороз. Маша. Старшая Маша. Держи. И Дорджи. Сегодня вы все оказались лучшими, но так как у нас шоу, победитель только один. Вас всех выделили наши члены жюри. Но победителем сегодняшнего дня является Яна. Я тебя поздравляю, ты молодец. Ты получаешь специальный приз от модельного агентства Mary Way. Так как у нас закончились карточки, я думаю, что вы все понимаете, что слабых сегодня участников нет. Я вас поздравляю. У меня вообще нет слов. Я очень старалась, как прошлую съемку, так и эту. И очень хотела, чтобы меня оценили. И я благодарна стилистам, визажистам, тебе, Маша. И я готова просто заплакать реально от счастья, что я приехала одна, я добиваюсь и иду по правильной дороге, значит, раз меня оценивают. Мне, конечно, очень понравился сегодняшний съемочный день. Особенно было приятно видеть девушек и парней, когда они одели образы, которые мы им подготовили, составили комплекты из их гардероба и добавили новые трендовые вещи. Это было приятно. Было приятно видеть, что мы попали в цель, что мы попали в точку. Мы подчеркнули индивидуальность каждого участника. Ну и, конечно, их счастливые улыбки, слова благодарности. Это было очень здорово. Спасибо, очень приятно. Да, я могу лишь дополнить. Всем спасибо за то, что были с нами. И если мы кого-то раскритиковали, то мы не хотели сделать ничего плохого, только из лучших побуждений. Прислушивайтесь, развивайте свой стиль, и это поможет вам также развиваться и в модельной карьере. С каждым этапом проекта участники начинают приобретать все больше опыт. Сегодня мне понравилось то, что ребята совместили эмоциональный портрет с позированием, и поэтому я был очень сильно приятно удивлен. И выделил бы сегодня многих участников. Очень здорово то, что такое происходит, и это не может не радовать.